сибирский казак, первопроходец, строитель, землепашец, воин 17 века. Вот, ну, как образ основателя, то есть первопроходца сибирского. Небольшая деревянная статуэтка в руках ремесленника Александра Попова – очередной подарок музею. Здесь он уже давно не то что гость, настоящий друг. За несколько лет мужчина передал хранителям десятки своих работ. Безвозмездно. Просто так. Как говорят раньше, что отдашь, что твое. То человек к Богу приходит и с тем, чем имеет, а что он отдал. Это 100%. Это говорит православие. Я делал, продавал, у меня уходили они в безызвестность. А тут сохранятся, вот там работ 21 штука. Если их разъять, то они ни о чем. А так за 2000 лет и стоит. В преддверии Международного дня музея традиционно отмечается День дарителя. Люди поистине широкой души. Только в этом и прошлом году фонды получили около 2000 самых разных экспонатов. Скульптуры, картины, документы, книги и многое другое. Сегодня в честь 85-летия музея объявлена акция «Создаем новый музей вместе». Приглашаем всех жителей Республики Хакасия поучаствовать в нашей акции. Мы собираем предметы участников войн и военных конфликтов 20 века, также предметы этнографии и предметы по истории развития промышленности и сельского хозяйства 20 века. Все подарки музейщики представят осенью в стенах нового здания. Как правило, дарители получают годовые абонементы. Впрочем, все тленно, кроме добрых дел. Константин Кравцов, Антон Новожилов, «Вести Хакасия».